первый тайм, ну, были моменты, надо было подавать больше штрафную, а мы не подавали, больше назад поперек играли. Во втором тайме Хаскевич сказал, чтобы больше подач было и бегание в глубину за спину защитников, и сработало, забили два гола, и потом уже третий Гармаш, можно сказать, поставил точку. Ну, твої голи – це, можна сказати, наслідок індивідуальної майстерності. Ти більш класний футболіст у порівнянні з суперником. Ну, це, принаймні, було доведено виконавською майстерністю. А от в першому таймі? Я ж говорю, в першому таймі неправильно м'ячом розпоряджались. Більше тянули на себе там ідеала. Я ж говорю, назад поперек грали, не було остроти. У другому таймі це произошло і принесло плоди. Очень красивый получился твой второй мяч. Ты принял мяч, развернулся. Прокомментируй, расскажи. Вот как. Со Львовом бил, не получилось. Получилось. Момент нервозности, тиску трибун все ж таки был присутний? Не было. Это когда раньше, я помню, год назад, когда дебютировал, там, ну, когда только начинал, да, была такая нервозность, сейчас уже пропалась. В первом тайме немножко так поддержали праздничное настроение в городе, да, дали порадоваться. Там всегда же, когда «Динамо» – это великий клуб, мы должны были еще в первом тайме заканчивать дело с концом. И тут, да, спасибо команде, что они все приняли. Все супер.